Вырастить зеленый лук в домашних условиях можно абсолютно разными способами. И какие мы только с вами не пробовали. Это и в специальной самодельной вертикальной грядке, сделанной своими руками. И в древесных опилках. И в пакете с туалетной бумагой. Или гидропонным способом. И каждый из этих способов имеет свои преимущества и недостатки. Но сегодня я хочу поделиться еще одним, просто гениальным способом выращивания зеленого лука. Абсолютно без земли, это в кассетах из-под яиц. Этим методом можно вырастить лук на выгонку как весной, так и летом, так и осенью и зимой. И поэтому он подойдет не только тем, у кого есть дача, но и абсолютно любому, кто хочет иметь под рукой сочную луковую зелень. И для этого нам понадобится посадочный материал, то есть лучок обыкновенный, картонный яичный лоток и ватные диски. И вся задумка такого выращивания очень проста. Для этого я беру лоток, можно даже не один, а несколько, в зависимости от того, сколько есть свободного места. Ведь это и будет наша грядка. И в каждую ячейку раскладываю по одному ватному диску, который заранее окунаю в теплую воду. А когда уже эту импровизированную грядку подготовила, то сверху на эти влажные диски донцем вниз раскладываю лучок. Единственное, что я всегда, вне зависимости от метода выращивания, срезаю у луковок макушки, чтобы облегчить и ускорить выход пера. За исключением лишь, конечно же, проросших луковиц, их я не трогаю. И вот на этом вся посадка закончена. Теперь остается лишь только подождать, пока луковки пустят корни, а затем уже начнется выгонка пера. Только для того, чтобы все пошло по нашему плану, нам нужно всегда поддерживать ватные диски во влажном состоянии. И если света маловато, например, весной или же зимой, то нужно создать дополнительную досветку. Ведь для того, чтобы получилась хорошая сочная зелень, нужно не менее 12 часов света в день. Причем лампу устанавливаем на расстоянии сантиметров 30 от головок и ровно сверху, чтобы перо не заламывалось. Ну а как только ватные диски подсыхают, у меня это получается примерно через день, то я прямо сверху поливаю их из бутылки с насадкой леечкой. Таким образом, примерно через неделю у меня появилось первое зеленое перо. А далее, уже день за днем, зеленка стала прибавлять в росте, и первый зеленый урожай можно срезать еще спустя пару недель. Напомню, что для лучшего роста лука температура должна быть градусов так 20-25. От температуры вообще многое зависит, и, например, при низких температурах перо растет очень медленно. А если же будет слишком жарко, градусов так под 30, то рост зелени вообще прекращается. Ну и, наконец, хоть и простота этого метода очевидна, я все же подчеркну преимущества такой посадки. Во-первых, это бюджетность, ведь кассеты у нас остаются после покупки яиц, и поэтому сами грядки обходятся нам совершенно бесплатно. Во-вторых, так как выращиваем мы перо без земли, то в квартире абсолютно чисто и нет никаких неприятных запахов гнили. Вдобавок, это предельно простой способ, который в то же время интересный и увлекательный. Спасибо за просмотр, ставь палец вверх и подписывайся на наш канал.